Всем доброго утра! Смотрю на рассвет, но на самом деле на камере он не такой красивый, а вот там вот впереди обалденное небо. Когда просыпается солнце, оно такое из розового в голубой. В общем, очень красиво. На завтрак у меня цикорий с молоком и здесь котлетки, домашняя колбаска. Все, в общем, то, что нам Башка Галя с Ейска передала. Так, мы с утра, ну не мы, вернее, папочка растопил уже. Мы с мамой приехали, сейчас перебирают картошку. А я тут подкидываю в котел, готовлю обед. Григорий тут хвастался своими наградами бабушки с дедушкой. Может, кто-то еще не видел? Дедушка неправильно нам повесил, надо прикрепить. Давай. Сейчас я перекреплю. Седьмое. Открытое первенство. Кубок Приазовья. На обед у нас будет уточка, как я уже говорила, она уже зажарилась, я почистила картошечку, будет пюре. Так что будем ждать, пока она сварится. Подарок, еще один. Очень красивый. Это кто делал? Ну, Антоша и Афонька же еще. Какая красота, да, сынок? Ты сам делал? Ну, чуть-чуть мне помогли, конечно. Кто? Долгая история. Долгая история? Мама, она туда не уедет. Ну вот так вот будет. Красивенько, да? Какой у нас скромненький обед? Скромненький обед? Какой у нас скромненький обед? Мама мне, конечно, это так наложено странно, не знаю. Это так странно, есть что-то, да? Да, думали есть утку, она там еще немножечко не дожарилась, так что ее будем на ужин. А пока у нас будет... Котлетки, домашняя колбаска, мандарины от подписчицы от нашей, обалденно, очень-очень вкусные, потому что у нас продаются с большей кислинкой, а тут прям очень вкусно. Куча шоколадок, да, которых мы не пробовали, так что теперь пробуем. Это Милка, вот такой белый пористый с арахисом, и еще здесь что-то... А еще же там воздушный есть. Да, с малинкой, еще есть просто воздушный. Григорий одевается в школу, папа его сегодня повезет в новой шапке, да? Угу. На этот раз выбрали синюю, прошлую оранжевую я постирала как-то неудачно, и она превратилась в одну большую тряпку. Да, я сегодня одевала, и теперь мы расстроим. Ой, Григорий, давай одевай. Да, я ее украду. Да, и шапка, и сменка. Да, и сменка, все карате, да? У меня же тоже тут кушает. И дядя Боя. Угу. Моя это. Давай. Дядя Боря. Ну, я пошел. Давай. Вот эта дожаренная утка. Уже теперь точно реально дожаренная. Она, наверное, еще полчасика была в духовке, то есть того времени, что я ее прикрыла ее фольгой, чтобы она совсем уж не подгорела. И, в общем, я просто отрезала ногу, а там прям очень было видно, что там была кровь. В общем, сейчас я точно вижу, что все хорошо, она уменьшилась, такая вся съежилась, тут жирка прям так нормально вытопилась. Так что я очень рада, на ужин будет жареная уточка. Так, я уже собираюсь за Антошкой. Он попросил меня с рюкзака все его вещи на танцы переложить в сумку, потому что дедушка Леша подарил ему вот такую вот сумку спортивную. Ну, в общем-то, сначала я думала, что нет, зачем она надо, но сейчас я все-таки все переложила, и мы сюда сразу же будем ложить и коврик, чтобы не забывать его и не носить в руках. То есть здесь у нас будут лежать чешки, с этой стороны вещи, а посередине коврик и дневник. Тебе какая нравится? Это фотокниги на выпуск. Тебе вот это, а я написала, что вот это. Тебе не нравится? Ну, здесь будет твоя фотография только. Мне нравится, что здесь будет твоя фотография большая. Не нравится? Ладно. Здесь же будет не девочка, здесь будешь ты. И там будут внутри твои друзья. Хорошо? Вика. Да, давай, Лера, Боба. Вика, Лера.
Еще я Рика. А там сколько начало? Я не знаю. Антош, давай быстрее. Ну как тебе? С новой сумкой. Все, Григория привезла, Антошку отвезла, заполнила еще какую-то личную карточку. Это Антошке в музыкалку. Поэтому сейчас поеду отвозить, Антошку забирать. Риша кушает, кормится. Гриша наложила кушать, короче, дел по городу. Короче, вообще, да? И давай пробуй грудку, хорошо? Утиную. Я тебе ее меленько порезала. Я рискую. Рискни, сынок. Так я рискую, так не тебе, конечно, трудно будет рисковать. Ну что, вкусно? Ну все, давай, чаек сделаешь, хорошо? Я поехала. Как всегда, еду и любуюсь этим небом потрясающим. Обожаю небо. Как всегда, слушаю DFM. Днем слушаю DFM, а вечером Европу плюс. Так, Антоха переодел. И Трофим садился на поперечный. Тебе понравилось? Какие сейчас упражнения вы делаете? Ну, какие старые. Старые? Что такое сон перестали делать? А какие делаете? Пока только учите шпагат, да? Нужно для начала хорошо сесть на шпагат всем, да? Трофим, шоу. Да. Мама, куда это все? Все в сумку клади. Проверяй там, подними сумку, подними вот этот чей-то коврик, чтобы же ничего не осталось. Там ничего нет. Угу. Так, чешки я положу, а да, положу. Проверяй все, чтобы ничего нам не забыть, ладно? Ну как тебе с сумкой, лучше? Даже коврик поместился. Да, мама? Угу. А я думаю, что он... А девушка говорила, что он расширяется, эта сумка. Ну, нам пока это не нужно, да? Когда я пойду на карате. Еще и на карате, что ли, собрался ходить? Да. Собрался еще и на карате. Когда я закончу, я танцы. А, да? Я уже 8-я, 5-ка. Я, значит, потом 11-я, потом 12-я. Ты на какую ногу-то была? Потом на 12-я. И так, да сколько 5-ок? Все, ты с новой сумкой? Мне дедушка вчера дал эту сумку на танцы. И там все поместилось. Поехали? Места даже нет. За Антошкой? Да. Ой, за Афонькой. Мама, мама, обнимала. Ты прочитал? А вот моя. Мамочка моя любимая. Мамочка моя добрая. Мамочка моя красивая. Ты нам покупаешь игрушки, конфеты. Сегодня у меня будет опять ночью прекрасная работа, которая мне очень нравится. И это вот эти вот прянички. Будет розочка, три сердечка и табличка с днем рождения. И еще я прицепил себе брелок. Какой? Да, с киндер-сюрприза? Да. Ты неправильно его, давай я тебе покажу, как надо. Ну, главный вопрос, который мучает жену в понедельник, среду и пятницу. Кто выиграл? А я думал, люблю я тебя, либо нет. Нет. Кто выиграл сегодня, папа? Или у нас трехразовое питание, среда, пятница. Да, будешь ли ты сегодня кушать или нет? Сегодня? Сегодня, наверное, нет, потому что мы выиграли. Точно. У тебя диета, да? Так, для того, чтобы начать расписывать пряники, нужно приготовить глазурь. Я, если честно, ее приготовила, но в следующий раз, как буду готовить, покажу, как я это делаю. Пока... Села батарейка на телефоне, поэтому он был на зарядке. В общем, нам нужны пряники и глазурь. То есть я сразу знаю, что нужна зеленая, красная и белая. Наборчик, который на день рождения коллеги. Он уже готов. Сейчас вот так вот на свету вам покажу.
Такой вот небольшой, но мне кажется, очень-очень нежненький наборчик. Здесь я украсила розочку сахаром, покрашенным в красный краситель. В общем, красным сахаром. Розочка мне безумно нравится. Но мне, в принципе, все нравится. С почерком я буду все-таки еще тренироваться. Прям тренироваться. Но это и не стоит миллион долларов. Но мне нравится. Я очень стараюсь. Так, и овощи мои тоже почти готовы. Завтра только доделаю глазки. В общем, теперь все это высыхает хорошенечко. Завтра будем продолжать. Хочу вам сказать всем огромное спасибо за комментарии. Не успеваю пока отвечать. Сама не знаю, чем занимаюсь. В общем, нужно собраться. Начать отвечать на комментарии. Допекаю сегодня пряники. Все, идем спать. Уже час ночи. Завтра, как всегда, рабочий день. Завтра нашему папуле день рождения. Поедем его поздравлять. Но, несмотря на это, мы завтра все равно вяжем. Сегодня тоже вязали петрушку. Зелень была вся прям во льду. Руки мерзли. Просто ужасно. Но ничего страшного. Хочется ее вывести. Петрушки, кстати, первые морозы не страшны. Ну, естественно, если это сразу не минус 20. Поэтому она, когда отходит, она прекрасно себя чувствует. В общем, вот. Всем до завтра. Всем пока.